Сегодня день, когда Рафаэла, плюшевые медведи и цветы стремительно исчезают с прилавков магазинов. Многие признаются друг другу в любви, и мы, пользуясь случаем, говорим вам, как всех мы вас любим, наши зрители и болельщики. И сегодня мы ждем в гости Кунлун Ред Стар. Поехали! How do you feel here in Kazakhstan? Oh, we love it. It's so good to be together, and we love the fans. Everybody's so nice. What will be the score today? Oh, I don't know, Henry. What do you think? What will be the score today? Oh, Jenny, sorry. I don't know. 5-0. 5-0. Who score? Daddy. Dad. У вас сегодня свидание на матче? Так, свидание сегодня. Потому что сегодня матч, и Барыс играет Кунлунем. Как раз день влюбленных, и любим команду Барыс, поэтому праздник сегодня. Часто вообще на хоккей зовет вас парень на свидание? Ну, на самом деле нет. После того, как я ему сказала, что я люблю хоккей, все началось. И вот даже сегодня он мне устроил сюрприз, я даже не знала, что мы сюда приедем. Свидание у нас это ежедневная работа наша. Болеть вообще, за Борис. Вообще, мы познакомились благодаря Борису, мы очень любим Борис, и спасибо клубу за нашу да, будущую Да, на фанатке семью. Познакомились. Любовь у меня сейчас к Борису, к этому прекрасному месту. Это, наверное, самое светлое чувство, которое есть у человека. How did you support your father? We just clapped and screamed. Nice job. We gave him a present in the morning to surprise him for Valentine's Day. What present? We just gave him chocolate. Люблю Баченский. Люблю всю команду. С ними надо играть резко, мощно, но главное не травмироваться. Счет будет 4-2. 4-2. Я думаю, если не 3-2, то 5-2. Ну, не знаю. Я за Бойда. Может быть, Петухов, да, может быть, там, Акользин, может быть, Диц где-нибудь на своей зоне сдалека забил. Трудно ли быть капитаном? You have a lot of responsibilities. You just, you know, you got to show your best every day, whether you feel good or not. I think, It's a heavy load, but one I'm willing to take. Прекрасный. Борис хорошо играют. Мне кажется, забьет Никита Михайлис и Баченский. Забив гол, как-то игра немного приободрилась. За что ты любишь Борис? За то, что они дарят нам счастье, когда выигрывают. Борис мне нравится, поэтому я люблю Борис. Кто у тебя любимый игрок? Андре Петерсон. У тебя есть к нему вопрос какой-нибудь? Ну да. Какой? Ну, сложно играть в нападении и забивать голы. I don't know, it's not that hard. It's same. Not if you're Peterson, it's not hard. All other positions, I guess, yeah. But how's hard to score a lot of goals? I don't know, I'm just lucky. And maybe mustache? Mustache, yeah, that too, that helps. Барыс не үшін жақсы көрем. Себебі хоккей ол ең біршен ерлер ойыны, ал Барыс Қазақстанның ең үздік командасы деп ойлаймын, сол себепті Барыс үшін жанкүйерім. Для меня любовь, любовь это все, вся жизнь. Любовь стоит вот напротив меня. Познакомились отдельно от хоккея, и потом любовь привил мне муж в хоккее. Пока муж не слышит, кто любимый хоккеист? Джастин Бойд. Что для тебя любовь? Это весь мир. Мы всех любим, потому что война это жестоко.
а любовь – это мир. Может быть, им не нравится. У нас спокойно играют, не напрягаются. Спокойно на классе. Ну, я думаю, сейчас пару шайб забьют и спокойно будет. Хорошо, доведут матч до победы. Надо забивать, даром нудиться. То есть это счастливые шапки? Да, в прошлый раз выиграли, надеюсь, сегодня тоже. Победа, хорошо, готовимся дальше. Секрет, что сегодня скушали перед матчем? Два гола забили. Как обычно, что дает? Макароны, курица, все, что... Да, залог да. Успеха. Все молодчики, всех с победой. Как здоровье? Хорошо.